произведение искусства это единственное средство восстановить потерянное время. Вот как будто понятная фраза, да? Ну, наше потерянное время — это то, что забыл. Или потерянное время, скажем, вместо того, чтобы вчера работать, вчера, скажем, ничего не делали. Или вместо того, чтобы вести умную беседу, вчера ходили на свидание. Все везде там, где мы не рискуем, где мы не поставлены на карту в своих переживаниях, в своих восприятиях и в своей судьбе, это потерянное время. Так вот, потерянное время – это время всех неживых моментов. То есть потерянное время – это время тогда, то, когда ты мог жить, в первом смысле слова, как я говорил, а не жил. Был тебе знак, а ты его упустил. Упустил тем, что ты не остановился и не работал. А знак мы знаем какой. Знак простой. Это вот по святому Иоанну. Пока свет вам, а светом является ударившее в душу впечатление, любое, можно не откладывать на завтра или на послезавтра, или на других, потому что никто, кроме вас, в этом не разберется. Ну, Бог подавал мне знак, и было светло на одну секунду. Потом будет хаос и темнота. Когда темно, уже работать нельзя.